Приятного аппетита. Как же холодно. Садись. Порезал. Я так испугался сейчас. Друзья, в данном видео все действия выполнены профессионалами либо под присмотром профессионала. Просьба не повторять это без взрослых. Спонсор показа хэштег в прорыв к Маевой. Искупаем ваших любимых блогеров или нелюбимых. Что мы будем делать с тобой, Тём? Ну, я думаю, бросать меня в холодную воду — это потрясающая идея прямо сейчас. В общем, Тёма приехал и понял по пути, пока ехал, что он заболел. Да я еще вчера это понял, я отрицал это весь день просто. Такой, нет, я закинусь таблетку, и мне будет всё хорошо. И Тёма, я в 5 утра такой, кажется, я заболел. Я такая, да нет, это у тебя просто, как я говорила, психосоматика. И Тёма такой, я умираю. Господи, 36,7, я умираю. Нет, с таким сердцем можно купаться. Мне только что пощупали сердце и сказали, что мне можно купаться. Так как Тёма заболел, мы решили, что мы поменяемся местами. Я буду соревноваться с Владом, а Тёма у нас будет вместо меня ведущий. Вот, а ты когда выздоровеешь, мы тебя искупаем. Ну, либо Тёма говорит сумасшедшие вещи, что к последнему раунду он, может быть, потянется, один раз залезет в прорубь. Очень быстро. Мне сказали, что прорубь — это для здоровья. Но никогда ты больной. Ну, никогда я больной, да. Всем привет, друзья! С вами ваша Маша Маева, и мы сегодня купаемся. Ну как мы? Я нет, но ребята да. Я Тёма Ватерфорд, это Влад Левский. Артём, пойдём? Пойдём. Пойдём. Первый потрясающий раунд. В проруби будем играть в дартс. Это выглядит очень классно, особенно когда ты в куртке и в одежде. Это прям потрясающе, мне нравится. Я хотела быть сегодня ведущей. Конечно, вообще обидно. Ой. Ой, да. Классно. Влад, это тебе. Ты как? Я порезала, потому что я вижу, что тебе уже плохо. Приятного аппетита. Это поможет, да? Да, это поможет, так легче. Ты так заходишь, как будто это подогреваемый бассейн, знаешь, чисто. Я не могу, лицо Влада, это просто... Помогите мне! Вот как вы думаете, во сколько мне обходится съемка одного ролика? Возьмем, например, Маржиху. Два оператора — это 30к, аренда бани — это 5к, монтаж — это 7к, и выкладка с превью — 2000 рублей. А это еще по моим скромным подсчетам и выходит уже приличная сумма. Раньше я всегда пыталась с ЗП отложить сумму на бюджет съемок, а сейчас просто стала пользоваться кредиткой Тинькофф Платинум. С кэшбэком и лимитом до 700 тысяч рублей. Итак, почему она мне нравится? Первое. Кэшбэк до 30% бонусами. Один бонус – 1 рубль, который вы можете тратить на компенсацию покупок. 55 дней на закрытие долга без начисления процентов. Быстрое решение о выдаче, бесплатная, а главное, быстрая доставка карты по всей России. Пара советов по этой карте. Не тратьте по кредитной карте больше денег, чем есть собственных. Не снимайте деньги с кредитки, за это начислят проценты. Банк зарабатывает, когда вы платите картой. Пользуйтесь бонусами и спецпредложениями. Бонусы – это вознаграждение банка за то, как вы пользуетесь картами. Обычно условия и бонусы по кредиткам выгоднее, чем по дебетовым картам. Моя любимая часть, самое главное. Если вы оформите карту по ссылке в описании до 8 февраля, то обслуживание карты будет бесплатным навсегда. Вне акции 590 рублей в год. Я всегда так радуюсь, когда рекламирую Тинькофф. Доросла девочка до того момента, когда сама начала пользоваться кредитками. Ссылка где? Конечно же, самое первое в описании. Если честно, мне холодно на тебя смотреть. Ну вот правда. О, боже. Сейчас Маша будет... Что ты так близко, Маева? Колпачки не сняла. Класс! 6 дротиков надо кинуть. Раз. Все 6? Да. 2, 3, 4. В двадцатку. 5. Тёма! Да, я что? 6. Так, мой совет — заходить в шлепках, чтобы не поранить ноги. Главное, следи за дыханием. Да, 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 дышать, я помню. Влад, чем быстрее зайдешь, тем будет лучше. Дротики, да? Привет. Залезай. Влад, ты машина, Влад, ты все сможешь. Вау, реально, ты так легко. Давай. Нет, дротик лежит. Давай. 20. Пожалуйста. Слушай, а ты мастер. Как же холодно, мать его! Я в Дубае был неделю назад! Вот, куда ты кидаешь? Я не знаю, вот это надо вернуть. Ну, единички топ, кстати. Слушай, а вот и новая песня тебе записывается. Уже есть аутро.
Первый раунд подошел к концу, а кто у нас выиграл, я без понятия. Точно не я. Я кидал просто прямо. Влад, я слышал лайфхак, нужно постоять немножечко на холоде, и тебе станет тепло. Нет, не становится. Вот я не придерживаюсь этого лайфхака, и мне хорошо, мне все время тепло, так что... Пожалуйста, включи пафос и скажи, на самом деле, вот это вообще было не холодно. Температура моего тела настолько велика, что я не почувствовал холода. А тебе и так пройдет. Титан, Титан, я колоссальный. Никто не выкупит шутку, но все равно. Это отсылка к аниме? Да. Мы выкупили шутку. Я бронированный Титан. А он колоссальный тебе. Здравствуйте. С вами по-прежнему ваша Маша Маева. И по-прежнему Waterfork. Который удивляет всех и вот в первом раунде показал потрясающие результаты. А мы переходим ко второму. У нас детские пазлы, поэтому сегодня мы собираем лягушечку и льва. Это что за подсказки? Я не думала, что тут под дном есть еще картинка. Так это детские пазлы, что ты хотела? Ребята, прошу, все прекрасно знают. Собираем пазл на скорость. Maybe. Я просто смотрю, мне становится холоднее. Ладно. Так, осторожно, руками лед разгребай. А там очень глубоко, товарищ. Как по рассказам родителей они добирались до школы в детстве. Сёма, не смеши Христа ради. Хорошо. Блин, я еще не точно... завидую, что Влад выше меня. Да блин! Влад, я тебя чё? Ты чё? А, Влад! Я думал, ты сзади меня! Ну он сзади. Да я иду, все нормально. Да ты успокойся, я тебе говорю. Ой, ахуй! Порезал! Ёбаный мать! Я сказал, тут замерзли всё! Иногда... Так здорово болеть, я считаю. Чуваки, я не хочу в это играть! Мне не нравятся ваши конкурсы! Блин! Дыши дыханием! Да я дышу, все нормально. Дыши дыханием! Я дышу жопой! Дышим жопой! Мне пальцы занемели! Это невозможно сделать вообще! Я не могу, у меня дна нет! Я на дне, мне тут не нравится! Там ногами вихляю, понимаете? Маша! Да ладно! Давай, я быстрее! Даже... Обгоняй! Да все нормально, я просто фору девочке дал. Блин, я тапочек потерять боюсь. Такое ощущение, что ты просто в определенный момент вошел в кайф, и такой чисто, реально, мне норм. Я ради удовольствия там сижу. Очень жопе холодно. Она единственная одетая часть твоего тела. Влад, ты там жив? Мне за старание. Влад, мне кажется, ты реально... Я собрал. Мне кажется, ты реально из лягушки решил собрать Мона Лизу на 1500 деталей. Давай. Молодец! О, красава. Вот прям сейчас хорошо будет. Жопу не чувствую вообще. Я в баню. Очень сильно замерзла. Идите в баню, пожалуйста. Все сами. Влад будет повторять сейчас. Давайте третий раунд. Маша, живи, пожалуйста. Я просто в определенный момент подумал, что я что-то не то говорю, и ты такая, остановись. В третьем раунде у нас наши участники Артем Waterfork и Влад Левский будут повторять свои старые видео и фото, или просто видео из ТикТока. Че? Твой видос. Ой. Представь, что ты в Дубае, у тебя море. Мама, я в Дубае. Тебе звонят. Да вы чё? Твою нахер! Поглубже. Мне так нравится, как у тебя открывается способность фальцета. Резко брать высокие ноты. Да, ты просто, у тебя почти что свистковый регистр, Влад. А главное, пап, смотри лицо. Ой, куда? Нет, я хочу еще один тикток снять. Прям сейчас? Да. Влад, прекрасная идея, кстати. Это звук сверчков. Да что ж так? Я снимаю видос с Аней Покров, там, где она делает вот так вот в камеру, проплывает, потом вот так вот. Like, oh my god, you need a rich boy to give you all the power. Мне надо перевязать волосы,
чтобы выглядеть как Ани Покров. Боже мой, почему? Я так испугался сейчас, если честно. Я просто такая, мне нужно поменять волосы. Моргенштерн? Это ты? 2019 года? Like, oh my god, you need a rich boy to give you all the power. Это гениально! Просто гениально! Теперь ведущая я, наконец-то. Тёма созрел для того, чтобы искупаться, и я его не заставляла, попрошу заметить, он сам захотел. А поэтому... мне за камерой ты совсем другое говорила. Такая ты двуличная, Раис Васильевна. Вообще и не говори. Собственно говоря, мы сейчас будем повторять фотографию Тёмы, которая мне очень понравилась, которую он украл у Шафутинского. Вдохновился. Вдохновился, ладно, хорошо. Мы вдохновляемся в этом ролике, и Тёма вдохновился фоткой Шафутинского. Кайф. Вот так выглядит у Шафутинского, вот так выглядит у Тёмы. А сейчас посмотрим на зимний вариант версии этой фотографии. Ну он очень умер. Я в шоке. Я в шоке. Ты проверяешь все пустые ли карманы или что? Тёмочка. А в смысле? Давай, надевай очки. Чё-то не то. Так, надо подождать, когда вода чуть-чуть успокоится. Есть, есть, сейчас, подожди, там отражение есть, видишь? Охеренно будет, это будет просто офигенная фотка. А я считаю, что надо вылезать. Всё, вылезай, ты просто. Смотрите, какая фотка получилась. Пока на расслабоне, на чиле. Самое смешное не это. После того, как мы отсняли выпуск, сели в машину, и Тёма в общий чат скидывает вот это. Просто посмотрите. Ну что ж, третий раунд подошел к концу. С вами были Маша Маева, Маша Маева и Маша Маева. И Маша Маева. Три моржихи. В общем, друзья, ссылки на Тинькофф. На Тинькофф? Можно мне перевести на Тинькофф, пожалуйста? На Влада в описании. Переходите, смотрите теперь все наши тиктоки, которые мы наснимали у нас в тиктоках. 2-0. Но обязательно в моих во всех. На этом, друзья, все. С вами была я, ваша Маша Маева. И я, ваша Маша Маева. И я, ваша Маева. И главное, зритель, помни, тебя любят, это точно. Всем пока. Пока. Я греться. Полетела. Бабуль, подожди. Очень сильно. Ну, а эстафету я передаю Лионель. Пойди-ка, искупайся в пруду. Пока я принимаю ванну со льдом, естественно, вот он здесь. Передаю эстафету купания в проруби Ляне, Лянчоусу, Лянельчику, Ляне, кому же еще. Влад, я 2 сообщения до этого сверху, которые мне пришлось удалить, и зачем-то я перезаписал то же самое. Я тоже Лиану позвал купаться. Давай не будем вдвоем звать Лиану купаться. Это я зову Лиану. А пока я плаваю в ванной, естественно, со льдом, передаю эстафету купания кому? Марусе, правильно, Марусь. А почему бы ну, не поплавать в проруби перед днем рождения? Так, А ты уверен, что здесь безопасно? Честно, честно, это теплое, да? Очень холодно. Но если пописать, будет теплее.